Всем доброе утро. Мамка собралась на завтрак, заснула. 6 утра у меня буде. Я вже готова. Я говорю, мама, ти що? Ой, а скільки время? Я думала, каже, вже 9. 6 утра. То Саїд работает. Жовтих этих. Помил вот эти бутылочки, которые, ну, перевезти хочу. Масло, то, что купил на розыгрыш. Вот такие бутылки. Очень плотно оно держит, ну, хорошо очень. Пополоскал хорошо, сказали высушить, чтобы они были сухие внутри. Вот на солнце они высохнут. Ой, сегодня такой теплый день вообще. Мы же сегодня в море поныряем с мамкой. Дышите. Вот эти вот масла. Потому что, видите, он жирные пятна. Я боюсь, что когда перевернешь, видите, после каждого... Что это? У меня ни скотча, ничего нет. Хорошо, переверну, замотаю и нормально. Листочек вам. Мамка, давай вставай на завтрак. Вставай. Я задремала после того, если хотела, то дайте, если не захотел. По воду язык заплетается. Ты сделала глоток? Я там две таблеточки оставила. А, я бачу. Есть? Есть, есть. А что, ты воду выпила? Я витамины выпила. Ты воду выпила только что? Трошки. Ну и хватит, все, не надо. Я богато не буду. Это я тебе доставлю, думал, ты будешь, все. Вот эти забили собой. Я таблетки взял, пошли. Пошли, вставай, вставай. Так, сейчас, очки. Расчешись только, да. Очки. Очки вон твои лежат. На что тебе очки? На что тебе очочки? Вон они. Что? На что тебе очочки? Не надо, жарко. Ну, в ресторане в очках сидишь, как это Матахари. А туда идти? Куда? Ну, а ты купальник одела? Нет. А, я думаю, может, мы на море пойдем, если там можно нырять. Ну, еще рановато на море. Да, мы пойдем. Ну, потом там... выйдем, нас подвезут. Куда? Мы постоим, вот там поголосуем, заберут. Да. Подвезут на море, да. Ну, а что будем идти? Не, ну мы домой зайдем, да? Конечно, да. Ну, ты же купальник не одевала. Все. Я узнаю, горит ли там флаг этот висит. Да, да. Не висить, что, так. Давай время, сынок, куда нам идти? Нам же рано завтра вылетать. Не рано, а в 7 вечера. В 7 вечера? Да. О, а я думала в 7 утра. Да, чисто. А, ну слава Богу. А я переживаю, думаю, сколько нам вставать. За 2 часа аж полет, за все. О, я задремала. Я себе. Да я знаю. Я говорю, сынок, я готова, ты вообще не готов. Ну я тогда раз. 6 утра. Готова. И захрюкала. Ноги здесь, потому что я уже босоножка. 8 утра только, пошли. Сейчас, сынок, я губы накрашу. Ой, расчешись, мама. Что? Ты расчесалась. Я сейчас расчешусь. Ну, я расчесывалась. Тебе какая шишка вот тут. Вот это у меня давно, сынок. Это у меня давно. Черти, что за шишка. Давно-давно. Какая шишка. Да, да. Она меня не беспокоит, но когда провожу, я ее чувствую. Сейчас, сейчас. Бутылок, сколько мама выпила. На ведро воды. Ой, мы там уже бутылок на 1000. Кошмар. Ой, блин. Я твою дивизию с этим чубом. Мою каждый день, через день. Это Тамара дала на дорогу. Кого? Каже, кого? Тамара дала. Каже, знаете, на дорогу у нас так принято. Не открыл тут 50 евро. Тамара, ну ты с ума сошла, честное слово. Как принято? Ни хрена себе принято. Это, да, Тамара дала конверт. Ой, Тамарочка, спасибо. Яблоки ваши вкусные, я все поела, мне нельзя было. Они сладкие, такие хорошие. А хурманы вкусно было? О, да. Ага. Так ты тоже поила. Да. Я нагнала сахар, я поняла, чем. Что меня трясло дома медом. Медом. Как взяла за мед, там мужик мне сказал, надо мед есть. Ты дураков всяких слухай, прости, он тоже, Господи. Сахар набрал этого, сахар. Себе набрал. Сахар набрал, а мозгов нема. Земляной груши тоже берет. Потом эту, как она, корицу с медом сказал. И я, дура, тоже послушала. Меня трясло 6 числа, я сама его не призналась.
Та це вже всі знають, мама. Я знаю, да, я лежала цілий день. Тоді я цілий день лежала. Нікуди. Два рази, в третій раз одягаю очки тут за отдых. Давай. Палочку тепер в правильної руки держи. Да, да, да. Зараз я вам буду пописати і пойду. Ой, жарко сьогодні, вообще капець жаріще. Як ми уїдемо з мамою, наверное, флаг там буде зелений, невезуче. Тоді хоч би доїхати. Бутилочки підсихають. От, не хоч і неудобно буде перелити. Я перелью, хорошо запакую. Целлофаночки їх закручу, домой приїду, от це розіграю, відправлю їх. А ви потім вже перельете, хто захоче, себе в стеклянні бутилки назад. І стеклянні бутилки теж відправлю. Тому що і розбитися може, і витіч. Так. Ой. Это я поставил бутылку, я не обоставился. Это я поставил бутылку, ну, фанту вот эту. Она разлилась, упала. Как обоссался. И ну резом не страдаю. Никогда не страдал. Тут еще покажу кое-что вам. Что у меня есть. Так. Все? Хорошо, да. Ты ще покажи, что у меня есть. Та-та-та-та. На розыгрыш. Та-та-та-та. Ну, она хорошо ходит, бачите, на другую сторону, когда палками бежит прямо. Спасибо, кто подсказал. Ты так, правда, лучше ходишь. Да? Угу. Ой-ой. Тут, ну. Без глазочек. Без глаза, нет. Вон твой кефир. Молочила всю голову с ним. Или видим, я кажу, нема. Это, ребята, натуральный. Это вот, допустим, если вот это сладкий кефир, то вот это вот, он такой, как... Никакой тут не крахмал, никакой тут не это. Обычный этот самый. Говорят, что вот это настоящий, возьми этот. И... Не знаю. Ну, это два штуки хай есть. Сразу вытирают, вытирают. Что ты тут блукаешь? Иди сюда и кажи. Ходишь рядами. Здравствуйте. Сядь, сиди. А? Мама, сідай. Не бісти з самого утра, прости господи. Що? То мої. Можна дай його. Воду. Это парень хороший. Как мышонок такой. Как мышонок. Это не оскорбление, нет? Вот это я, кстати, не очень понимаю. Идет. Что это? Салат. Вот эти не очень как-то люблю. Вот это в воде что-то. И вот это тем более нарезанные фрукты. Это я такое не люблю. Может, люди любят, конечно, но я не очень. Чернослив. Это апельсины филированные, красивые. Ой, класс. Это мои любимые. Вот рыба, вторая рыба, сыр, овощи, гриль, вот это все. Свежие огурцы, яйцо. Начинай с яйца. Йогурт ешь и ешь яйцо. Я уже йогурт села. Таблеточки. Таблетки. А. Села один. Давай. Сейчас выпью. А дома я выпила от желудка панкреатин. И все, давай, ладно. И я себе пойду набирать. Все, да. Вот я себе взял тоже рыбу красную. Яйцо, колбасу, картошку. И вот такую рыбу. Это, по-моему, угорь.
вкусная, ребята. Рыба у нас красная, лосось, да? Я не знаю, лосось или форель. Наверное, лосось, да. Потому что тунец не такой. Тунец сухой, это вкуснее. Такая погода хорошая, вообще так тепло. Сегодня зрительница, наверное, приезжает 12 числа, говорила, вылетает, по-моему, то ли из Москвы, то ли откуда, вот я не знаю. С ребенком приезжает. Вот. А я иду посмотреть, есть ли вот этот, какой флаг, зеленый, красный. Вот, сука, по-моему, красный висит. Хотел же с мамой, чтобы поныряла она чуть-чуть. Вот это, говорят, карканды вот это растет. Я не ошибаюсь. Какой песочек вот тут мелкий, красивый. Зараза, видите, что красный флаг. Если это красный флаг, значит, закрыто. Все. Еще. Все. Нанырялась. Хотя я волн не вижу, они есть. Там, наверное, большие волны. Все. Ку-ку, Маруся. То рыбок, что побачив чуть-чуть, и до свидания. Хотя я бы не сказал, что прям волны, чего не, этот зеленый, красный флаг висит. И тут он красный флаг, и там красный флаг, все. До свидания. Может, еще мне там волны большие, да, не получится. Как видите, кувшинов красиво выстрижены, вот эти вот вазы такие пустые в виде кувшинов таких. Не, красивенько тут тоже. Единственное, что не хватает кошек. Вот если бы у них все кошки были тут, все было бы здорово. Тренажерный зал есть большой, стеклянный, красивый, такие алоэ. Ой, ребята, надо, после отдыха надо будет просто отдохнуть мне. Дома дня два вообще ничего не видеть, ничего не слышать, а то в театр сыграть летучую мышь, дай бог сил. И приеду, и буду лежать. Не снимать ничего не буду, ничего отдохну. Потому что просто нет сил. Для меня эта поездка очень тяжелая. Все нервы у меня просто вот как-то. Ну просто я офигел от этого все. Почему? Вроде ничего такого не произошло, но оно тяжело. Ну тут встретили пару, мужчина, женщина, она. Они сами с Николаем это посоветовали. Их бабушки делали операцию. Замену сустава в Харькове. Друг вот его, этого мужчины, лег сейчас в Херсон на операцию. Говорит, очень хорошие врачи в Херсоне. И вот советуют. Или Херсон, или Харьков. Чтобы мама подумала. Не знаю. Потому что дальше она просто с ляжей будет лежать. Надо что-то думать. Потому что вторая нога, вторая стадия уже этого артроза, да? Где вторая нога такая. Это по болячке. Внутри йогурт. Да, она пропала. Когда веду домой. Все. Право веду домой, сам пишу, ты пляж. Говорю, иди тут, я про тебя догоню. И не могу. Где она? Ну, черти что, где она есть?
Вон она, її привезли на той стороні. О, дивіться, виходить. Ну, де ти пропала? Бери під руку. Туда по две люди встали, а потом меня пошли. Я написала на компьютер, какой пишу 1-4, а показывает нас, что ты моя, это наша. Ну что там со мной? Красный флаг висит. Ну что, а я залетаю, увидел. Да? Да. Погано бачишь. Ну так показалось, тряпка вроде как. Ну язык уже заплетается, ты только поїла, попила, и язык заплетается. Это высоченный сахар, мама. Ну давай я по 2 таблетки мою. По 22. Самодеятельностью не занимайся. Мне не надо, чтобы у тебя тут кома случилась. Я телепала. Пришла и в больницу на следующий день. Сейчас я не врач, я не знаю, что делать с диабетом. Совсем себя запустила. Блядским. То головой своей запустила, а не медом. Сейчас буду переливать вот эти вот бутылочки с содержимым, с маслом. Вот этим вот, ну, как оно, парфюмерное или как называется, не знаю. Вот такие вот. Тут 100 мл, а тут 50. Должно получиться с каждого пузырика две такие баночки. Они разного цвета, поэтому я не перепутаю. Вот одна. Они высохли внутри, чистенькие, сухие. И вторая. Посмотрим. О, да, видите, хорошо налил. Ого, даже лишнее немножко остается, смотрите. Ну, это я, может, лишнее посливаю, маме отдам. Так, это значит одна бутылочка. Потом так хорошо ее закручиваешь плотненько, закрываешь сразу, а потом закручиваешь. Все. И переворачиваю, посмотрим. Закрыть надо и закрутить. Все. Давайте я так переверну и проверю. До утра они у меня так постоят. Вот одно масло, потому что мне не нравится, оно все жирное, под этим скотчем течет, половина масла выльется, пока ты везешь, потом еще отправишь, нет, бред какой-то. А вот эти баночки я вам отправлю с крышечками, вот эти вот вы сольете туда и все. Ничего не слышу, простывший, наверное. Ну, чуть-чуть остается. Просто вдруг какая-то бутылочка протекает или что-то такое, то я смогу поменять. Не должно. И вот это зеленое, очень красивое, пахучее тоже очень. Полные наливаю, чтобы не говорили, что я специально не поливаю.
все остальное масло я солю в другую бутылочку. Мама хай мажется. Красиво покидаешь вот эти вот масла в бутылочке. Прекрасно. Оно не протекает нигде. Могу их еще скотчем подвернуть сверху, если я найду скотч для прочности. Все шикарно придумано. Спасибо, кстати, за совет. Это совет уже не помню. Николай Минцик, заказал в чате. Так вот получилось.